Поезд трогается. Это электричка Темиртау-Агадырь. Вот наш вокзал. Мы проехали новый. По Конкосту я прошелся. Пошли технические. Какие-то сооружения. Колесные пары я вижу. Машина тут стоит. Явно возит обслуживающий персонал. Ответвление идет направо. Это что-то вроде депо, наверное, или что там. Город-то большой, депо точно должно быть. Или, может, при сортировке наше депо находится. Все может быть. Быстро возводимые здания, железобетонных, металлических конструкций. Какое-то предприятие тут. Стекла чистые, поэтому должно быть хорошо видно. Все так зелененько, так глаз радует. Ну и вагоны тоже такие салатового цвета. А скорее всего это не депо, это, наверное, где это они отстаиваются, эти вагоны. Это новая часть, новые дома. Сейчас будет мост, горбатый мост на асфальтной улице. За ним Сучий хутор. Но я поэтому прекращу и начну новый.